связанное это с проведением работ по перекладке тепловой сети, мы планируем закончить в начале июля. Делать будем так же комплексно, как и по всем нашим большим крупным работам, с применением продезелирующей трубы, с восстановлением полностью асфальтового слоя улицы. То есть это необходимо сделать. Тут участок уже в 2-3 раза отработал свой нормативный срок, и данные мероприятия просто крайне необходимы. Постараемся сделать это оперативно, быстро, чтобы как можно меньше неудобств принести жителям города. 16 числа у нас начинаются гидравлические испытания. Опубликованы соответствующие материалы и в газете, и на средствах массовой информации. Еще раз хочу напомнить, чтобы представители бизнеса не оставляли свои ни автотранспортные средства, ни какие-то другие временные формы в местах прохождения наших теплотрасс, что является нарушением законодательства, чтобы не было потом никаких неприятностей у тех людей, если, не дай бог, где-то будет порыв теплотрассы, которое возможно в момент проведения испытаний. Для этого они и проводятся.